Раиса Степановна Стручкова, народная артистка СССР, солистка балета Большого театра, член комитета по ленинским и государственным премиям, главный редактор журнала «Советский балет», педагог-репетитор Большого театра, профессор Государственного института театрального искусства имени Луначарского. Нет, ты вот такая вот косая меня делаешь, а должна абсолютно ровненькая идти. А сейчас мой сквозь сюда, вот через это смотри. И опять заваливаешься на бедре, так делаешь бедром. Крепенько, два плечика. Мы все продолжение и начало. Мы выходим из памяти, и памятью становимся, сохраняясь в ней как опыт, как критерий, как праздник и улыбка. Талант щедрой души всегда произрастает из глубокого чувства благодарности. Очень важно в жизни, так меня учила Елизавета Павловна Герц. Вот она учила нас, маленьких детей, которые пришли к вам только в первый класс в первый раз. Самое главное учить с первого дня их вот тому артистизму, который так необходим нам в нашем деле. Я бесконечно благодарю судьбу, что мне в жизни пришлось встретить такого удивительного человека, как Елизавета Павловна Герт. Елизавета Павловна Герт для меня и в жизни моей занимала очень большое место. Какое великое счастье быть ее ученицей. Сколько она мне дала. Елизавета Павловна сама была ученицей блестящих корифеев танцевального искусства. Сама провела, за плечами у нее был огромный опыт, огромное мастерство, сценический опыт. Она была блестящей совершенно балериной. Рая родилась на рабочей окраине Москвы, в обычной рабочей семье, училась в обычной школе. Любила музыку, танцевала. Ее заметили, пригласили в Московское хореографическое училище. Вот она, в центре. Закончила. Приняли в Большой театр. С этих пор и всегда успех, признание, слава. Чем не история Золушки? Наверное, не случайно именно Золушка, ее первая главная роль, стала ее первой огромной победой. Верность – отличительные черты Стручковой. Девочка и мальчик встретились, вместе сели за парту в первом классе, вместе вошли в жизнь. Александра Лопаури стал ее мужем и ее партнером на сцене. Их исполнение вальса Машковского – всегда торжество любви, воплотившей себя в творчестве. Со своими страданиями, со своим огромным горем. Некому тебе поведать об этом. И вот все твои переживания, все твое страдание, вся горечь, вот это вот должно сейчас через эти движения повторично
А самое главное, твое внутреннее состояние. Вот это мне, через эти движения, которые должны усилить твое состояние. Ты мне сейчас это передай. Мам, стой! Хорошо? Главное, твое внутреннее состояние. Такая фраза у художника не экспромт. Это выношено, выстрадано, проверено. И поставленный Александром Лапаури этюд Глиера – яркое тому подтверждение. Чужим, вообще всем, улыбка и радость. Твой пот, усталость, ноющие мышцы от мира скрыты, потому что сейчас ты больше не Рая Стручкова. Ты Жизель, утверждающая подвиг любви. Кажется, что сцена Большого театра – это все-таки лучшая сцена мира. И каждый из нас, придя на эту сцену, он должен об этом помнить. Потому что тогда, когда мы видим, приезжают гастролеры из разных стран, с каким благоговением они входят на эту сцену. И были такие моменты, когда мы разговаривали с гастролерами, и они говорили, что это такое счастье, вы даже не представляете. Если я скажу, что я танцевала тот или иной спектакль на сцене Большого театра, поверьте мне, что у меня моя жизнь в моей стране, она делается гораздо легче. География славы этой сцены чертила с маршрутами гастролей ведущих артистов театра. Почти всегда было трудно, но абсолютно всегда в итоге была победа. Вот лишь некоторые из сотен заголовков зарубежных рецензий. Триумф Стручковой. Маленькая экстра-балерина, поднимающая большой балет на вершину славы. Десятки новых ролей, множество выходов перед незнакомой аудиторией, и каждый выход – завоеванный город, побежденная пресса, покоренный зритель. Елизавета Павловна Герт, навсегда оставшаяся для Стручковой высшим балетным авторитетом, писала ей: «Твой триумф в Лебедином озере». После премьеры «Ромео и Джульетты» Герт написала Раисе Степановне:
Ты меня взволновала и удовлетворила полностью. Слышишь? Полностью. Сила искусства позволяет человеку менять эпохи, города, обличья. Труд и талант преобразили восторженную, очаровательную Джульетту в трогательную и простодушную Парашу в «Медном всаднике». Пам-пам. И как у тебя в рамочке? Вот у тебя в рамке твоя мордочка, да? И опять снизу тара-па-па, на одну руку, на другую. Вот чтобы руки пели, одна поет, другая и отвечает, одна поет, другая отвечает, одна сказала, другая ответила. Села, и ручки закрылись. Знаешь, вот это вот надо. Одна сказала, другая ответила рука, одна сказала, другая и отвечает. А ты одной рукой, ла-та-та-та, одной рукой мне что-то около уха вертишь. Есть ли что-нибудь более хрупкое, чем вся эта тончайшая пряжа почти неуловимых нюансов состояния души, внутреннего мира, настроения и красок музыки, сплетенных в прозрачную, совершенную пластику? Каждый большой художник единственен, неповторим. Как трудно обретался опыт, как тщательно и трепетно оттачивалось когда-то вместе с прекрасным и любимым репетитором Тамарой Никитиной, каждое из этих движений. Как обидно, как жалко, и главное, невосполнимо было бы хоть что-то из этого уникального опыта потерять. Вот какой была она сама, Рая Стручкова, спящая красавица. Подлинно и щедро талантливых людей есть общая, как своеобразный отличительный знак, черта – доброжелательность. Появление новых дарований вызывает у них не смятение, а радость и стремление помочь. Этот дар, столь необходимый педагогу, оказался незаменимым и в работе главного редактора журнала «Советский балет». И педагог, и редактор должны уметь отойти в тень, готовя и реализуя чей-то чужой, не свой успех. Много любви вмещает такое сердце.
Доброта, искренность и тонкость, всегда отличавшие творчество Стручковой, в ее новой деятельности обрели новое выражение. Протяни руки вот туда, вот по-человечески протяни, вот так. А теперь раскрой, здесь поищи, нет ли его, здесь ли нет ли Данилушка, Данилушка, Данилушка. И вся в слезах, вот у тебя сброшены руки, а теперь их взяла и вот тяжелыми руками поднялась и вот загнула. И отсюда опять услышь меня, услышь, вот эти вот руки должны всю тебя раскрыть. Но, пожалуй, сейчас я просто для меня открылась еще новая жизнь. Я очень люблю репетиторскую работу. Я получаю огромное удовлетворение тогда, когда я встречаюсь с молодыми актерами. Хорошо. Хорошо. И мне думается, сейчас, если бы я сказала, что бы я хотела больше танцевать или репетиторской работой заниматься, наверное, все-таки педагогической больше. Потому что танец – это молодость. А это проходящее, к сожалению. Да, молодость приходящим. Но искрящаяся радостью молодость, блистательно воплощенная Стручковой в Паскуале из Лауренции, сохранится для нас навсегда. О балерине с заглавной буквы, как и вообще всяком крупном художнике, не скажешь «была». Это больше, чем профессия, это понятие, подразумевающее талант, доброту, открытость и сострадание человеческой боли, и еще готовность нести бремя своего избранничества. Ибо судьба метит этих людей не на почет и славу, а на огромность, полный самоотречения, каждодневный труд. Поклон тебе, балерина.